Так, вот, давай. Health report. Если что, это вон он подключен, там висит на ней. Так, а остаток сцепления мы можем посмотреть как-то? Можем, да. Хорошо. Ну, сразу людям отправлю тоже. Это не быстрый процесс, да, я так понимаю. Такой уверенный в себе, надо подождать. Так, все, почему здесь? Ну, Васи диагноза нет, есть лаунч, уж извиняйте. Ну, в принципе, я думаю, все то же самое. То же самое. Что надо, все покажет. Прогоним их из кадра. Это радио, да, оно прошло сейчас? Риардор электроник. Господи, она у нее даже с электроника задней двери. Да. Она умнее, чем Веста. Вся. И сейчас он что, типа покажет, да, что он нашел? Я подключился случайно к блоку этого. Ну, no fault codes, короче. Вот, радио. Че радио, давай зайдем посмотрим. Скорее всего, то, что там диск застрял. Да, там диск застрял, если че. Input AUX. А, обрыв AUX. Да, AUX, кстати, не работает. Я втыкал кабель, он чуть не пашет. Что-то с AUX. Ну, бог с ним. Так, и что, остаток сцепления, да, нам надо еще посмотреть. Это что, опять адаптацию делать или он покажет? Нет, не покажет. Сейчас подсказочки не знаю. Это каналы? Через Volkswagen зайду. Ну давай, заходи через Volkswagen. А что, есть разница? Походу. Почему-то почерки пишет. Надо было запись экрана включить на телефоне. Ну да ладно. Нормально. В лютом колхозе. Надо снимать экран на камеру. Да. Да чтоб тебя. Пробег покажи. Тут. Это в там в блоке коробки. В блоке коробки. В как он называется этот? Мехатроник, да? Да, блок, да, пробег мехатроник. Ага. Так. Который записанный. Так, что эти цифры значат? Это коэффициент сцепления. Угу. Зацепление первого сцепления. Угу. Это коэффициент его кривизны. Угу. Это максимальная температура. Ну, то есть все нормально, короче. Да, все нормально. Угу. Для меня эта цифра вообще ничего не значит, если честно. Для второго сцепления, соответственно. Угу. Коэффициент, предельная температура. То есть сцепление не кривое, все сцепления нормально зацепляются. Угу. Не буксуют. Так. Теперь самое главное остаток.
Это сцепление 2, остаток 10. А новое 12, да? 10. Ну, новое около 12. Ну, то есть оно, в принципе, прям свежее, я понял. Да, немножко поездило. Угу. Это первое сцепление? Это второе это было. Это второе. Угу. Вот первое сцепление. Угу. Ну, это тоже нормально, в принципе. Да, нормально. В принципе, до 5-6 миллиметров это нормально. Угу. Все, понял. Ну, вот так вот.